А бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хэ прокуратура выдвинула обвинение. Напомню, ее сняли с должности в связи с громким коррупционным скандалом. Уголовное дело уже направили в суд. В числе обвинений, выдвинутых бывшей главе государства, взяточничество, злоупотребление полномочиями, незаконное давление на бизнес и разглашение гостайны. В декабре прошлого года Пак Кын Хэ объявили импичмент, и с марта она находится в следственном изоляторе в пригороде Сеула. Судебный процесс должен начаться в ближайшие недели. На время слушаний Пак Кын Хэ останется под стражей.